Re, viss ēters ir te! Добрый вечер. Этой ночью ожидаются обильные осадки на всей территории Латвии. В западных частях страны также прогнозируются грозы. В первой половине дня осадки сохранятся. Затем они постепенно закончатся и выглянет солнце. Температура воздуха ночью составит плюс 8, плюс 15 градусов. Днем столбик термометра будет на отметке от плюс 11 до плюс 15. Ветер весь день слабый. В латвийской столице этой ночью ждем плюс 9, плюс 11 градусов. Днем потеплеет до плюс 14. Ветер не превысит 5 метров в секунду. Ночью, а также до полудня в Риге ожидается дождь. Днем облачность постепенно рассеется. В последующие дни количество осадков уменьшится. В воскресенье будет небольшая облачность с прояснениями и слабый северо-восточный ветер. В ночь на 25 сентября температура понизится от плюс 9 до плюс 2 градусов. В некоторых городах на почве ожидаются заморозки. Днем потеплее до плюс 17. В понедельник ночью будет от 3 до 9 градусов выше нуля. Ожидается густой туман. Днем 26 сентября ждем плюс 12, плюс 15 градусов. На северо-востоке страны пройдет кратковременный дождь. Ветер слабый. Медицинский тип погоды завтра, второй благоприятный. На этом погоде все. Далее смотрите программу «Личное дело». Приятных выходных и до свидания.